прочти. Было написано в древности, со времени не найти. Расскажет о Боге нам и о Его любви. Все это Библия, Библия, слово Бога для меня. Божью любовь и радость дарит мне она. Книга есть интересная, ты для себя ее открой. Поможет советом мне товарищ верный мой. Бог есть любовь, говорит она, и Он любит нас с тобой. Все это Библия, Библия, слово Бога для меня. Божью любовь и радость дарит мне она. Библия. Жизнь вечную и не погибнуть вовек. Я даю им жизнь вечную и не погибнуть вовек. Я даю им жизнь вечную. Верую в Иисуса.
и будешь спасен. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Дабы всякий, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог так возлюбил этот мир. Отворит дверь свою, отворит, отворит, отворит дверь свою. Я войду, войду к нему. Все стою у двери и стучу, все стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой, отворит дверь свою, отворит. Отворит дверь свою, я войду, войду к нему. Все стою у двери и стучу, все стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой, отворит дверь свою. Отворит, отворит дверь свою, я войду, войду к нему. Отворит, отворит, отворит дверь свою, я войду, войду к нему. Согрешили и лишены
славы Божьей. Все согрешили и лишены славы Божьей. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная. Все согрешили и лишены славы Божьей. Все согрешили и лишены славы Божьей. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная. Во Христе Иисусе, Господи наш, во Христе Иисусе, Господи наш, во Христе Иисусе, Господи наш. Исповедай устами и веруй сердцем, и спасешься, тогда спасешься,
тогда спасешься. Исповедуй устами и веруй сердцем, и спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Исповедуют ко спасению. То спасешься, то спасешься. Исповедуй устами и веруй сердцем, и спасешься. Тогда спасешься, тогда спасешься. Исповедуй устами и веруй сердцем, спасешься. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили. Он спас нас не по делам праведности, а по своей милости. Баней возрождения и обновления Святым Духом. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили. Он спас нас не по делам праведности, а по своей милости. Баней возрождения и обновления Святым Духом. Он спас нас не по делам праведности, а по своей милости. По милости своей Он спас. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Спасешься ты и весь дом твой. Спасешься ты и весь дом твой. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Спасешься ты, спасешься ты и весь дом твой. Спасешься ты. Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Спасешься ты, спасешься ты и весь дом твой. Спасешься ты, спасешься ты и весь дом твой. Спасешься ты, спасешься ты и весь дом твой. Спасешься ты. Спасены через веру.
спасены через веру и сияние от вас, Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Если исповедуя грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Он очистит нас от всякой неправды. Thank you.
сил, когда сойдет на воздух святый, вы примете силу и будете мне свидетелями, будете мне свидетелями, будете мне свидетелями, даже до края земли. Самаре и даже, даже на края земли. В Иерусалиме и во всей Иудее, и в Самаре, и даже, даже на края земли. И будете мне свидетелями, будете мне свидетелями, до края земли. Будете мне свидетелями, даже до края земли. Будете мне свидетелями, будете мне свидетелями, даже до края земли. Благие давать детям вашим, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим. Тем более Отец Небесный из Духа Святого просящий его. Тем более Отец Небесный из Духа Святого просящий его. Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать ваши, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него, просите Его. Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, если вы, умейте даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Его, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него.
носишь у него. Вот же духа, любовь, радость, мир и долготерпение. Благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Тот же дух, любовь, радость, мир и долготерпение. Благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Вот же духа, любовь, радость, мир и долготерпение. Благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Все, что я говорил.
все, что я говорил вам. Когда же придет утешитель, которого я вам пошлю? От отца. Дух истины, который от отца исходит. Исходит от отца. Он будет свидетельствовать. Свидетельствовать обо мне. Он будет свидетельствовать. Сердцем
и всею душою твоею, и всем разумеем твоим возлюби его, сияясь первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего своего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей. Первая и наибольшая заповедь. Сияет первая и наибольшая заповедь. Сияет первая и наибольшая моих, то вы сделали мне, сделали мне, как вы сделали это одному из всех братьев моих, то вы сделали мне. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Сделали это одному из сих братьев моих, то вы сделали мне, сделали мне. Ибо как вы сделали это одному из сих братьев моих, то вы сделали мне. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Ибо как вы сделали это одному из сих братьев моих, то вы сделали мне, сделали мне, сделали мне, сделали мне, сделали мне, сделали мне, сделали мне. Не оставайтесь должны ни никому, ничем, кроме любви, взаимной любви. Не оставайтесь должны ни никому, ничем, кроме любви, взаимной любви. Не оставайтесь должны ни никому, ничем, кроме любви. Ничем, кроме любви, взаимной любви. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме любви. Ибо любящий другого исполнил закон, любящий другого исполнил закон. Оставайтесь должными никому, ничем, кроме любви, взаимной любви. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме любви. Ибо любящий другого исполнил закон, любящий другого исполнил. Оставайтесь должными никому, ничем, кроме любви, взаимной любви. Не оставайтесь.
ничем, кроме любви. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме любви. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме любви. Друга, потому что любовь, любовь от Бога.
Полюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга, заповедь новую я вам даю. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга.
тех слов, которые говорил о вас. Господь ваш Бог, все сбылось для вас, ни одно из слов не осталось, не исполнившихся. Не осталось жильным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас. Господь ваш Бог, все сбылось для вас, ни одно из слов не осталось не исполнившимся. Все сбылось для вас, ни одно из слов не осталось не исполнившимся. Храня.
помощь от Господа, сотворившего небо и землю. Он не даст поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Отныне и вовек Бог будет с тобой. Отныне и вовек Он хранитель твой. Отныне и вовек Он хранитель твой. Блаженны те, кто не усомнится во мне. Блаженны те, кто не усомнится во мне. Блаженны те, кто не усомнится во мне.
живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, и от гибельной язвы избавит он тебя. Он избавит тебя от сети ловца, и от гибельной язвы избавит он тебя. Перьями своими осенит тебя, под его крыльями будешь безопасен. Щит и ограждение, истина его, не убоишься ужасов ночи. Ни стрелы, летящие днем, ни язвы, ходящие во мраке, не убоишься заразы, опустошающей в полдень. Ни стрелы, летящие днем, ни язвы, ходящие во мраке, не убоишься заразы, опустошающей в полдень. Падут тысяча подле тебя, и десять тысяч одесную тебя. Падут тысяча подле тебя, и десять тысяч одесную тебя. Но к тебе не приблизится, не приблизится, гибельная язва к тебе не приблизится. Но к тебе не приблизится, не приблизится, гибельная язва к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Бога ты избрал прибежищем твоим. Не коснется зло тебя, не коснется зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Не коснется зло тебя, не коснется зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, они понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. Он избавит тебя от сети ловца, и от гибельной язвы избавит он тебя. Он избавит тебя от сети ловца, и от гибельной язвы избавит он тебя. Она к тебе не приблизится, не приблизится. Десницей правды моей.
Не бойся, ибо я с тобою, и не смущайся, ибо я Бог твой. Господь Бог твой, держу за руку тебя и говорю тебе, не бойся. Я Господь Бог твой, держу за руку тебя и говорю тебе, не бойся. Я с тобою, не бойся, ибо я с тобою. Ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Не бойся, я с тобою, и не смущайся, ибо я Бог твой, и поддержу тебя десницей моей. Не бойся, ибо я с тобою, и не смущайся, ибо я Бог поддержу тебя
Не бойся, ибо я с тобою. И не смущайся, ибо я Бог твой. И поддержу тебя десницей правды моей. Не бойся, ибо я с тобой. Ибо я Бог твой. Возложи на Господа во все дни жизни моей.
я прибуду в доме Господнем многие дни. Благость и милость нас сопровождают меня во все дни жизни моей. И я прибуду в доме Отца навсегда, навсегда, навсегда. Когда бедные ищут воды, и нет ее, и язык их сохнет от жажды, я, Господь, услышу их, я не оставлю их и не покину. Когда бедные ищут воды, Господь, услышу их, я не оставлю их и не покину. Не бойся, ибо я искупил тебя. Не бойся, ибо я позвал тебя по имени твоему. Когда бедные ищут воды, и нет ее, и язык их сохнет от жажды, я, Господь, услышу их, я не оставлю их и не покину. Когда бедные ищут воды, я, Господь, услышу их, я не оставлю их и не покину. Не бойся, ибо я искупил тебя. Не бойся, ибо я позвал тебя по имени твоему. Ибо я позвал тебя по имени твоему, и ты мой. Иоанн увидел святый город, новый Иерусалим, сходящий от Бога с неба, город золотой, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Город золотой, город золотой, сходящий с неба, храм с тобой, храм с тобой. И услышал я громкий голос с неба, сескиня Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет, будет Богом. Все живут в согласии и любви. Посмотрите,
ночей. И смерти уже не будет, и плача, и печали, и болезни больше не будет, ибо прежнее прошло. Новое начало, новое начало, прежнее прошло, все новым стало. Новое начало, новое начало, прежнее прошло, все новым стало. Слова сии на небесах утверждены, они верны и истинны. Я и Иоанн увидел святый город, новый Иерусалим, сходящий от Бога с неба, город золотой, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Город золотой, город золотой, сходящий с неба нам с тобой. Пустыни аллеи сияют впереди, все живут в согласии. Прежнее прошло, все новым стало. Бог нам прибежище и сила.
очи Господни к праведным обращены, и уши Его к молитве их. Очи Господни к праведным обращены, и уши Его к молитве их. Тогда кто сделает вам зло? Тогда кто сделает вам зло, если вы будете нести добро? Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, кто против нас? Бога хранит себя, и лукавый не прикоснется к нему. Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, если Бог за нас, кто против нас? Кто против нас? Увидев народ, он зашел на гору, когда семь приступили к нему ученики, и он, отверши уста, учил их, говоря: блаженны нищие духа, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, они помилованы будут. Блаженны чистые сердца, они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они наречены сынами Божьими.
блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, за меня. Радуйтесь, радуйтесь и веселитесь, велика награда ваша на небесах. Ибо так гнали всех пророков, бывших прежде вас. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены. Всюду притесняемы, но не стеснены. Во время скорби мы не унываем, во время скорби не унываем. Часто гонимы, но не оставлены. Не слагаемый, но не погибаем,
часто гонимы, но не унываем. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Во время скорби мы не унываем, во время скорби не унываем, не унываем, не унываем, не унываем, не унываем. Часто гонимы, но не оставлены. Слагаемы, но не погибаем. Часто гонимы, но не унываем, не унываем, не тебя и не покину, не оставлю тебя и не покину. Горы сдвинутся и поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. Не оставлю тебя и не покину. Оставлю тебя, не оставлю тебя, и не покину, не покину, не оставлю тебя, и не покину. Горы сдвинутся и поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. Не оставлю тебя и не покину. Я провожу дороги в степи и реки в пустыне. Не оставлю вас сиротами, я скоро приду к вам. Не оставлю тебя, не оставлю тебя, и не покину, не покину. Не оставлю тебя, не покину. Горы сдвинутся и поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. Не оставлю тебя и не покину. Я провожу дороги в степи и реки в пустыне. Не оставлю я скоро приду к вам. Горы сдвинутся и поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. Не оставлю тебя, не оставлю тебя, не оставлю тебя, не оставлю тебя, не оставлю тебя и не покину. Thank you.
звучит нас от любви Христа. Кто отлучит нас от любви Христа? Гонение, скорбь или теснота, опасность, голод или нагота. Кто отлучит нас от любви Христа? Опасность, голод или нагота. Кто отлучит нас от любви Христа? Но через все сие проходя, мы всегда побеждаем и все преодолеваем силой возлюбившего нас. Опасность, голод или нагота. Кто отлучит нас от любви Христа? Но через все сие проходя, мы всегда побеждаем и все преодолеваем силой возлюбившего. Возлюбил меня, избавлю и защищу его, потому что познал он имя мое, я избавлю его. Воззовет ко мне и услышу его, буду с ним я в скорби, избавлю его и прославлю. За то, что он возлюбил меня, избавлю и защищу его, потому что познал он имя мое, я избавлю его. Воззовет ко мне и услышу его. Призови меня в день скорби, избавлю тебя, избавлю тебя. Призови меня в день скорби, избавлю тебя, избавлю тебя. И ты тогда прославишь меня, ты тогда прославишь меня. Воззовет ко мне и услышу его, буду с ним я в скорби, избавлю его и прославлю. За то, что он возлюбил меня, избавлю и защищу его, потому что познал он имя мое, я избавлю его. Воззовет ко мне и услышу его. Призови меня в день скорби, избавлю тебя, избавлю тебя. Призови меня в день скорби, избавлю тебя, избавлю тебя. И ты тогда прославишь меня, ты тогда прославишь меня. За то, что возлюбил меня,
защищу его, потому что познал он имя мое, я избавлю его. Знамения будут в солнце, звездах и луне.
люди будут издыхать от страха во время конца. И проповедано будет Евангелие всему миру, всем людям и всем народам. И проповедано будет Евангелие всем людям, и тогда придет конец. Открой глаза, пришло время конца. Проснись, настало время конца. Открой глаза, пришло время конца. Проснись, настало время конца. Предсказывают мир, только в этом веке войны унесли свыше 100 миллионов жизней. Знал. Слышите о войнах и о военной слухах. Наперед сказал я вам, и повостает народ на народ. Время близко, примеря. Самых больших землетрясений в истории. Их количество возрастает с каждым десятилетием. Восстанут уже Христы и уже пророки, и дадут великие знамения и чудеса. По данным ООН, от голода каждую минуту в мире умирает 30 человек. Вирус СПИДа продолжает уничтожать человеческие жизни ужасающими темпами. Лады и моры. Наперед сказал я вам. Землетрясения по местам. Время близко, примеря. Всему тому надлежит произойти. Но я вас предупредил. Это знамение, знамение конца. Знамение конца. Это знамение, знамение конца. Когда увидишь честь и знамения, знаешь, что подходит время. Не успеет пройти твое поколение, как исполнится каждое знамение. По словам экспертов, единственным выходом из сложившегося социального, экономического и политического хаоса является установление централизованного всемирного правительства. Это знамение, знамение конца. Знамение конца. Это знамение, знамение конца. Это знамение, знамение конца.
погибели. Антихрист скоро придет. Сын погибели. Антихрист скоро придет. Во время конца восстанет наглый царь. Искусный в коварстве и лжи, он восстанет в последние дни. Восстанет в последние дни. Во время конца. Во время конца. Восстанет наглый царь. Искусный в коварстве и лжи, он восстанет в последние дни. Восстанет в последние дни. Безбожный правитель придет без шума, овладеет царством, обманом и лестью, и утвердит завет для многих на семь лет, на семь лет. Во время конца восстанет наглый царь, искусный в коварстве и лжи, он восстанет в последние дни. Восстанет в последние дни. Безбожный правитель придет без шума, овладеет царством, обманом и лестью, и утвердит завет для многих на семь лет, на семь лет. Антихрист скоро придет. Поставит мерзость запустения. Когда увидишь мерзость запустения, стоящую на святом месте, тогда наступит великая скорбь, какой не бывал от начала мира. Когда увидишь мерзость запустения, стоящую на святом месте, тогда наступит великая скорбь, какой не бывал от начала мира, какой не бывал от начала мира. Он будет противиться и превозноситься выше всего, называемого Богом или святыней. Так что в храме Божьем сядет он как Бог и будет выдавать себя за Бога. Когда увидишь мерзость запустения, стоящую на святом месте, тогда наступит великая скорбь, какой не бывал от начала мира. Когда увидишь мерзость запустения, стоящую на святом месте, тогда наступит великая скорбь, какой не бывал от начала мира, какой не бывал от начала мира.
он будет противиться и превозноситься выше всего, называемого Богом или святыней. Так что в храме Божьем сядет только Бог и будет предавать себя за Бога. Когда увидишь мерзость запустения, стоящую на святом месте, тогда наступит великая скорбь, какой не бывал от начала мира. Какой не бывал от начала мира, какой не бывал и больше не будет.
Удивилась вся земля, за зверем следя, и поклонилась дракону, который зверь давал, все поклонись зверь, говоря, кто подобен зверю всему, и кто может сразиться с ним. И дивилась земля, за зверем следя, и поклонилась дракону, который зверь давал, все поклонились зверь, все поклонились, кто подобен зверю всему, и кто может сразиться с ним. Вся власть ему была дана, 2 месяца действовать и царить. Вся власть ему была дана, над всяким племенем и народом. И дивилась земля, за зверем следя, поклонилась дракону, который зверь давал, все поклонились, и все поклонились зверь, ему, кто подобен зверю всему, и кто может сразиться с ним. И если кто, поклоняется зверю и принимает начертание, будет пить вино гнева и ярости Божией. И дивилась земля, за зверем следя, и поклонилась дракону, который зверь давал, все поклонились. Зверю все поклонились. Кто подобен зверю всему, и кто может сразиться с ним. О, нет, не поклоняйся ему. Удивилась земля, кто подобен зверю всему. О, нет, не поклоняйся ему. Или число его.
ибо это число человеческое, число его 666. Соглашай 666. Откажись, не продавайся. 666. Сделаю таким развеян. Сделаю таким 666. Вести войну с Божьим народом. Дана была власть свет, вести войну с Божьим народом. Но все, кто знают Бога, действовать будут. Все, кто знают Бога, действовать будут. И творить чудеса, великие чудеса. Все, кто знают Бога, действовать будут. Дети Бога вразумлять многих будут. Дети Бога вразумлять многих будут. И творить чудеса, великие чудеса. Все, кто знают Бога, действовать будут. И победят врагов своих кровью Христа и словом свидетельства своего. И победят врагов своих кровью Христа и жизнью своей не будут дорожить. Знают Бога, действовать будут. Все, кто знают Бога, действовать будут. И творить чудеса, великие чудеса. Все, кто знают Бога, действовать будут. И победят врагов своих кровью Христа и словом свидетельства своего. И победят врагов своих кровью Христа и жизнью своей не будут дорожить. Все, кто знает Бога, действовать будут. И творить чудеса, великие чудеса. Все, кто знает Бога, действовать будут. Все, кто знает Бога, действовать будут. Дети Бога будут творить чудеса. Дети Бога будут творить чудеса. Тогда увидят все Божьего
скажу после скорби, после скорби дней тех. Явится знамение Божьего Сына на небе. Ангелов своих Он пошлет с трубою громогласной, и соберут они всех избранных. И аллилуйя! Тогда увидят все Божьего Сына, грядущего на облаках силой и славой. Тогда увидят все Божьего Сына, увидят Иисуса, грядущего силой и славой великой. Всякий, кто верит в Сына, имеет вечную жизнь и воскреснет в последний день. Вдруг во мгновение ока при последней, последней трубе мертвые воскреснут, а мы изменимся, изменимся мы. Тогда увидят все Божьего Сына, грядущего силой и славой великой. Потому что сам Господь при возвещении пригласии архангела и трубе Божией в тот день сойдет с неба, и мертвые во Христе они воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем. На облаках, чтоб встретиться с Иисусом, и так всегда с Ним будем навсегда. Грядущего на облаках силой и славой. Грядущего на облаках силой и славой. Он скоро придет. Жена его приготовила себя, ибо наступил брак Агнца, жена его приготовила себя, говоря: Аллилуйя! Воцарился Господь, Бог Вседержитель, блаженны все званные на брачную вечерю, на вечерю Иисуса. Пойди в радость Господа, все гряду я скоро, и награда со мной, награда моя, чтобы каждому воздать по делам его. Мы не будем уже алкать, и не будем жаждать, и не будет палить на солнце
тобой зной, ибо Агнец, Агнец, который сидит на престоле, пасти нас и водить нас водам жизни, источником вод, водам жизни, источником вод. Господь приготовит праздник для своего народа, ведь его победа поглотила смерть. Войди в радость Господа, все гряду я скоро, и награда со мной. Награда моя, чтобы каждому воздать по делам его. Поглотила смерть. И явимся мы перед ним, разумные будут сиять, сиять, как светило по веки веков. Навсегда! Войди в радость Господа, все гряду я скоро, и награда со мной. Награда моя, чтобы каждому воздать по делам его. Приходи на брашую вечерю Иисуса. Войди в радость Господа. Приходи на брачную вечерю Иисуса. Войди в радость Господа. В огненное озеро.
зверь живой был брошен в огненное озеро, а его подданные, подданные, его подданные, подданные были убиты. Агнец Божий победили все, вот победили все, кто где, ибо он царь царей и Господь вселенной. Агнец Божий, Агнец Божий, победили все, он победили все, кто где, и воинства небес следовали за ним на белый коня. На белый коня, на белый коня, царь царей, на белый коня, Господь вселенной, на белый коня, царь царей, Господь вселенной.
успокоится вся земля, восклицает от радости. Волк будет жить вместе с ягненком, теленок и лев будут вместе, не будут делать ни зла, ни вреда. Ведь моя вся земля. На земле на войну запрет, не будет зла и вреда. Нет войны, мы вечно будем жить в любви. Серпы не поднимет уже никогда народ на народ меча, не будут делать ни зла, ни вреда. Ведь моя вся земля. Войн нет! На земле на войну запрет, не будут больше воевать. Войн нет! Не будут. Всегда с ним будем.
Отвернешь его.